тяжелый очень матч, и девчонки выложились по, ну, на все 100, даже 110%, и физически, и эмоционально. Тяжело после таких игр выходить и давать 100% игру. Ну, сложно сейчас говорить, очень обидно, что проиграли. Наверное, где-то сказала, вчерашняя поздняя игра, и долгая, затяжная, тяжелая. Возможно, это тоже помешало. Свои ошибки, я не скажу, что не было недонастроем, мы, естественно, боролись и собирались выигрывать золото. Ну, так сложилось. Я думаю, что тренеры и мы потом это все разберем. Очень рад, то, что мы во второй раз подряд завоевали кубок. Может быть, и не показали самой своей лучшей игры выразительной, да. Но это борьба за кубок. Поэтому я очень рад, что просто выиграли. Я не могу сваливать на кого-то, естественно, это наша игра, но если брать тоже судейство, но это просто отвратительно. Второй день нам заслуживают такие мячи, придумывают какую-то ерунду, но это... Я понимаю, что все против нас, потому что мы часто все это выигрываем, но так нельзя. Это спорт, и в самые важные моменты отдают мячи сопернику. Ну, я повторюсь, проиграли мы сами, но переломные моменты были. Наверное, сами не дожали, самим не хватило где-то уверенности, концентрации. Мне кажется, стоит сделать выводы и продолжать стараться работать. Мы, построя Краснодар, сегодня мы не смогли ничего сделать, к сожалению. А сейчас мы будем готовиться к Лиге чемпионов и к чемпионату России.